домой после рабочей трудовой недели и слышит, соседи опять развлекаются, эти охи-ахи. Надоело ему это все и говорит сыну: слушай, сынок, пойду я с соседом по-мужски так поговорю, но надоело мне это все слышать. Пусть потише своими делами занимается. А сын говорит: да, мамка хотела ему уже сказать. Ну и что, так и не решилась. Не знаю, она еще от него-то не вернулась.